Слава тебе, Боже, да слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сентябрь, 12. Праведный Симеон Верхотурский. Умер в 1642 году, был дворянином, но скрывал свое происхождение и вел смиренную жизнь бедняка. Он ходил по деревням и бесплатно шил полушубки и другую верхнюю одежду, преимущественно для бедных. При этом он сознательно что-нибудь не дошивал, или рукава, или воротник, за что терпел поношение от заказчиков. Подвижник много странствовал, но чаще всего жил на погосте села Меркушинского, недалеко от города Верхотурья, Пермский край. Святой Симеон любил уральскую природу и, радостно созерцая ее величественную красоту, возводил мысленный взор к Создателю мира. В свободное от трудов время он любил святой, тиши, уединения, удить рыбу, ибо это напоминало ему об учениках Христовых, дело которых он продолжал, наставляя в истинной вере местных жителей. Его беседы были тем благодатным семенем, из которого постепенно выросли обильные плоды духа на Урале и в Сибири, где преподобный особенно почитается. Праведный Симеон Верхотурский представился в 1642 году, когда ему было лишь 35 лет. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь и будете регулярно получать с нашего канала.